Всем привет, меня зовут Витя, и мы будем играть в игру опять. Ну, помните, мы проходили Витхстанд. И вот, сейчас ее обновили и добавили русский язык. И давайте начнем ее заново проходить. Ну, как бы не проходить, а просто выживать, потому что тут ничего такого особенно не добавлено. То, что могло даже вообще понадобиться в прохождении. Видите, вот само меняет. Все, наконец-то. Теперь нажмем играть и начать. И сразу побежим, наверное, поищем оружие какое-нибудь. Там дальше буду, наверное, уже игры с видео снимать. Ой, блядь. Со звуком. Опять эти зомборезы тут крутятся. Чё? Мы очутились прямо в этом месте, где... Короче... Машина! Вот... Блядь, меня кто-то бьёт ещё. А ну сдохни, пидор. Охуел вообще, блядь. Нахуй взял меня, потаранил, пидор, блядь, ебаный. Вот так, тварь. Давай, подойди, чёрная чмо. Ну, нахуй. А, ещё сразу такая ночь. Типа, я не заметил то, что это ночь. Ай, блядь. Тихо. Вот чё, патроны есть? Да, тут есть патроны. Да, они даже не для этого пистолета Магнум. Это Магнум. Только 7 патронов магнуме. А ну-ка. Меня не достать. Блин, я не могу кровь взять. Искусственно. Да ёб твою ж девичку. Я ещё не туда нажал. Я ебал тебя в манту. Вообще охуели, оказывается. А потом я скачаю, может быть, даже себе ту, помните, которая даже есть еще на компьютере такая игра, там. Короче, надо это... Вот он меня сейчас завалит. Тварь. Очканутая, блядь. Конченый пидорал. Пидорал, блядь, еще какой-то. Пидорал. О, откуда здесь фермер? Я думал, тут нет фермеров. А ну-ка. Они такие козлы охуенные. Да, блядь. Да иди ты нахуй от меня. Чего, блядь, ко мне приеблись? Дебилы, блядь, тупые, сука. Короче, повыживать вообще не удается. Никак. Чтобы выжить, надо... Не знаю, какие запасы нужны. Нет, блин, сделали бы как-нибудь, не знаю, по-другому. А то, блядь, как сделают, я не знаю, вот говно. Я говорю, в ту и то лучше играть, которую я вам потом покажу. На ВКонтакте в нем можно поиграть, еще такая есть. Вот катану бы я бы взял. А ну. Это бы выпил. Да жалко, здесь оружка нельзя найти. Вот патроны можно для оружка найти. Для магнума. Кстати, для этого. А, еще что-то. Ну ладно, это мне не надо. Мне ранец. Сука, съебали. Вот так. Ну прям это бесит.
А не пройти никуда не дадут. Это как раз вообще ненормально. Пока что бросим. Чё, зачем мы в рюкзак-то бросили? А его потом снять нельзя. Пипец. Зато поменять можно. Точнее, заменить. Интересно, тут оружка нет? Зомбяк, блядь, прыгает. Кроме зомбика здесь даже оружка. О, тут бейсболька. Но она мне не нужна. Чувак, ты чё так расселся-то? Ладно, сиди, не буду тебе мешать. Смотри телевизор. Да нет. Просто не очень прикольно, он так это. Во, клёво было. Так, а вон у нас, кстати, база военная. Давайте на неё двинемся. А ну-ка. А я даже знаю, как будет видео называться. Мы же сразу двинулись на военную базу. Значит, видео будет называться. Вот мне, я не знаю как. Ну, точнее, я знаю как, но я говорить не буду. А хотя, может, я даже не знаю. Я просто не понял, в чем прикол. А это аэропорт. Ну, нет, это не аэропорт. Это военка. Они просто так пишут. А на самом деле, тут знаете, как много оружия? Сейчас я внутрь зайду, и мы сразу тут рюкзаки все наберем. А хотя нет. Потому что здесь оружка и не найдем. Хотя найдем. Вот так. Здесь можно, конечно, попить найти. Или это аэропорт. Хотя это похоже на военку. Нет, это военка все-таки. Тут просто не такая, как там. Их тут две. Ой, блядь. Тупой, а? Дебил. А, у меня чепки нет. Мы же это... потратили. Главное, патроны искать. О! Даже не подошел. Блять, да че ж ты, блядь, ходишь-то туда-сюда? А? Во. Сейчас, наверное, все, потому что я долго не собирался играть. В принципе, я всего лишь-то. Побегать в новый собирался. Я знаю, где можно оружие найти. Сейчас, наверное, будем заканчивать. Просто... уже пришли домой. Света тут. Так. Ух ты ж, блядь. Снайперку нашел сразу же прям.
Знаешь, а вот по дороге нам встретилась тупая дура. Мы ее убили. Она мне, блядь, много отняла, кстати, да. Лучше по-быстрому просто забраться наверх, чтобы они меня не достали. Во, магнум нашел. Так. Так. Больше не могу поднять. А это большой? Ай, блядь, убили. Ну ладно. Мы потом вещи заберем. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.